Так, всем доброго дня. Опять наша газелька новая, которую мы получали. Всем доброго дня. Ремонт. Сейчас у нас сколько? 21 тысяча километров пробег, да, Коля? Заменили мы масло. Масло это говно не заливаем, которые там Манол. Нам дают. Заливаем Манол, покупаем и заливаем сами. Так, вот я говорил, кардан рулевой стучит. Вот кардан мы сняли сейчас старый, в шлицах он болтается. Новый кардан установили. Выдали нам кардан каким-то великим чудом. Так, масло вот сегодня сейчас заменили. Масло сейчас все нормально. Антифриз добавляли, наверное, пару раз, наверное, ну, литра полтора. Потом сейчас покажу еще. Делали амортизаторы, заменили. Вот новые поставили амортизаторы, нам выдали. Старые сняли, они не текут, ничего, но не работают. И эти сейчас пока, слава богу, все работает, все нормально. Газомасляные это. Сейчас нормально машина стоит, все хорошо. Пока больше таких проблем не было. Вот стучал рулевой, и вот амортизаторы не работали. Позаду тут вроде ничего, ручник все держит, все нормально. Вроде не это, не вибрации, ничего, масло нигде не течет. Вроде как бы все более-менее нормально. Подножку моем постоянно. Бывает, конечно, тут обмерзает, но все равно там обмоешь, как бы работает подножка, еще работает. Кардан, как бы все тут нормально. Защиту еще не ставили, защиту, потому что у нас негде. Теплого гаража нету, чтобы нам это где-то загнать. Потом потеплеет, защиту поставим. Пока не ставили, ну, дай бог, отъездим тут. Пока вроде ничего, тещи тут нету никакой. Ничего такого нету. Вроде пока больше ничего не стучит. Так что вот такие пироги. Работаем помаленьку. Правда, погода сейчас не сильно, конечно, для этой машины. Ну, а что делать? Так что такие дела. Так что вот такие пироги. Ладно, всем спасибо. Наша тачка, маленькое видео, коротенькое такое. Все это, обзор снять просили по машине. Ну, что снимать тут, в принципе, все все знают, все видели. Коврики покупали, тоже положили, все пока ходит. Все здесь в кабине, пока все работает вроде. Печка греет нормально, сзади там тоже провод пустили. Маленький, сейчас даже покажу. Вован, дерни этот капот, дерни капот. На печку с дополнительного насоса. Провод мы тут брали. Вот стоит вибаста внизу. Вот здесь вот стоит маленький моторчик на печку. Мы к нему провод пустили, прокинули их к задней печке. И как бы циркулирует теперь, стала печка задняя более-менее греть. Ну а так больше ничего такого. Резина у нас, как обычно, ну, летняя, зимней-то нету. Ну, а так ездим, все вроде работает, все. Все фурыкает. Так что вот подножка. Ладно, всем спасибо, всем удачи, всем пока.